Всем привет, друзья! В общем, можно было так начать, что каждый год, 31 января, мы с друзьями ходим в баню и так далее. Ну, сегодня не 31 января, сегодня последняя суббота, завтра последнее воскресенье августа. И именно в эти дни у нас открывается традиционный праздник в городе, начиная с 33 года, называется Бакфишфест. И, в общем, я вооружился своим фотоаппаратом. И сейчас иду к открытию, которое начинается 15 часов 15 минут. Торжественное открытие. А завтра уже будет шествие, где тоже можно будет пофотографировать. В общем, не заморачиваюсь. Постреляю на автомате. Вот. Ну, что получится, то получится. Войдут в этот видеофильм. В общем, спешил, немножко запыхался. Кстати, наше любимое в городе место. Здесь уже пупсики остались без голов. Да, позбивали. И раньше был фонтанчик. Это вот то место, где проводится Нибелунген Фестшпиле. Это спектакль. Вот, непосредственно в том месте, где якобы там повстречались эти две принцессы, после чего началась череда кровопролитных, как это назвать-то, так, а я выйду здесь или нет, в общем, они, о, там идет проверка, в общем, началась месть и дошло до того, что очень много людей погибло, блин. Я зашел и не туда. Друзья, в общем, за моей спиной это как раз та самая дверь с этими ступеньками. В общем, где постречались Брунгильда и Кримхильда, поссорились из-за того, кто пройдет первый. Ну, там месть была. Вот. После чего дошло до того, что практически истребили весь цвет города Вормса. Те бургунды, которые жили здесь. Хотел там на Рейне, недалеко от Фейсплаца, ну, поснимать, сказать, что что-то я устал, ну, сегодня жарко, на жаре. Так, немножко пофотографировал, уже на Инстаграм закинул несколько фотографий, но уже сил нету. Короче, закрываются глаза. Так хотелось на лавочке прилечь и отдохнуть. Воды нет, пить хочется. Я доехал за 13 минут на велосипеде. Здесь у нас где-то километра 2,5, может быть, где-то 3. Вот, и сейчас иду домой. И вообще чудо устал. Вот, а еще завтра праздничное шествие из 100 разных автомобилей. Тоже будет интересно. Тоже будет красавица на автомобиле. Вот, и даже не знаю, пойду завтра. Ну, в общем, друзья, я вчера здесь ходил, фотографировал и увидел себя на этом, в этом фильме. Вот где-то здесь я стою, стоял, вернее, сейчас, наверное, спрятался. Толстый мужик там, это я. Вот это как раз эти моменты я фотографировал. Сейчас, наверное, опять где-то там фотографирую. В общем, не знаю почему, но, блин, у них такая аппаратура, а трансляция идет что-то шняговская. Вот он, я стою. Опять. Сейчас, если покажет,
опять с той стороны. Я стою возле шатра. Да, конечно, было очень жарко. И лица у этих у ребят были, ну, прям измучены конкретно. Не пойму только, ну почему такое качество говнянское? Вообще ужасно, если честно. Вон он, я стою, фотографирую. Видели? Тот толстый мужик. Вон он, видите, я стою, вот он, я фотографирую. Ой, ну насколько, друзья, ужасно, вообще не знаю. Но сегодня опять такой день, все-таки этот праздничное шествие. И не знаю, идти нет у меня, я после вчерашнего устал. Сегодня у меня башка болит, я вчера пришел и уснул. Вот, а сегодня это еще хуже. И не знаю, идти не идти. Вчера устал. И сегодня тоже, если на жаре стоять, тоже будет жесть. О, в этот раз, друзья, это что-то такое грандиозное. В прошлом году всяких разных машин здесь не было. Они уместились в другой стране. А сейчас и здесь тоже стоят. В общем, и сегодня тоже ушатаюсь капитально. О, принцессы готовят. Столько много людей. Турки какие-то. Ну все, фотографии буду делать, видео не буду снимать. Смотрите, какой трактор с церквушкой. Я, в общем, друзья, сколько живу в Ормсе, мы делали то видео, то фотографии. И, короче, практически каждый год одно и то же. В последнее время я записывал, теперь думаю, лучше сделаю фотографии. И потом все это будет в Инстаграме. Вот, так что тоже подписывайтесь на мой Инстаграм-канал, где вы увидите эти фотографии. Огромный дрон, друзья. Мне кажется, это не этот. Это не вертолет, это дрон. Просто огромный. Кстати, о мерах безопасности. Они довольно-таки жесткие. Чтобы пройти на праздничную площадь, где стоят аттракционы, нужно показывать все свои карманы, нужно показывать сумки. Короче, все проверяют. И даже повесили такой знак, где запрещается на праздник проносить холодное оружие, пистолеты, дробовики и всякое такое, что может убить человека. Мне кажется, друзья, что в этом году на мосту намного меньше людей, чем это было в прошлом году. В прошлом году здесь вообще было все полно. Я как раз здесь фотографировал. В этом году меньше. Жара экстремальная. Всем привет, друзья. Понедельник уже. Выходные прошли. Благополучно все праздники. Ну, то, что связано с шествием. Вот, я ходил, фотографировал, тоже все прошло. Вот, благополучно. Но чувство усталости очень сильно осталось. Потому что все это выдалось на сегодня, на небывалую жару. Если как-то некоторые года был даже дождик, да, мы ходили с зонтом. Вот, непонятно, какая погода, там ветер был. Даже был такой, что вообще холодно было. Эти бедные участники этого шествия кутались в какие-то там свитера и так далее, ничего не показывали. Вот, если под дождем им приходилось все это быстро пробегать, вот, то в этот раз жара была аномальная. Вот, и, короче, на ней сильно-сильно выматываешь. Я тоже сегодня весь разбитый после этих выходных, нифига не отдохнул. И еще вдобавок вчера добавил, значит, двумя просмотрами фильмов. Последний закончился что-то уже в 3:00 ночи, что ли, где-то так. Вот. Сначала посмотрел фильм так себе, а второй фильм понравился очень. И рекомендую к просмотру. Называется «Дитя робота». Необычный фильм. Вот, очень сильно отличается от всех тех, которые, допустим, выпускают в Голливуде. Фильм-то австралийский, ну вот, и довольно-таки интересный. Ну, в общем, когда я посмотрел то все, то
чувствую, что башка у меня раскалывается. И вот сегодня как раз-то тоже такой день. Башка раскалывается. Работа у меня во вторую смену. И что делать, не знаю. Так, что тут у нас сняли? Какой-то... О, уже начали показывать индийские фильмы в кино. Вот это вот. Той Story я уже видел. Ну, рекламу. Так, Playmobil тоже видел рекламу. Начали снимать. Это уже заезжено. Так, это вышло. Это я тоже видел рекламку. Вообще про детей не люблю. Это, наверное, немецкий фильм. Немецкий, да. И Драйв. Есть и Драйв Фрагцайшн. Это про трех пацанов. Они разные. Я не люблю, как начинаю здесь показывать этих, как его, подростков, такие прям умные. Так, и Рэмбо. И все. Короче, фигня. Вот она. Двойная серия. Про страшного, ужасного этого клоуна. Такой ужас. А я единственного фильма не вижу, самого лучшего. Должен быть самый-самый лучший фильм. Называется «Солнцестояние». Знаете этот фильм? Артур, говори. Ой, ребят, мы здесь такой... Мы такой мотоцикл увидели вообще, он какой-то... Вообще супер-супер. Такие маленькие выхлопные трубы у него. Вообще непонятно, как-то он так сделан вообще капитально. С таким маленьким крылом. Балдежно.